Депутаты Нижней палаты французского парламента одобрили законопроект о выплате российской стороне компенсации за расторгнутый контракт на поставку вертолета-носцев типа «Мистраль». Он предусматривает возвращение средств почти 950 миллионов евро, включая компенсацию на создание оборудования и на обучение двух экипажей. В ближайшие дни документ рассмотрят в Сенате. Помимо суммы выплаты, оговаривается, что Франция не имеет права передавать корабли кому-либо до тех пор, пока не рассчитается с Россией.